Приветствую всех, вы на канале Dance Play, меня зовут Денис, сегодня мы играем в Битва Героев Престола Власти. Значит так, как по советам вам, вашим советам точнее, я попробовал поиграть в сценарий. Что у меня из этого получилось? Во-первых, у меня скипнули все навыки, которые у меня были, то есть это вся армия, только золото осталось, дохренище и все. Я на это все посмотрел, побегал там, меня убили даже раз. И, в общем, мне это не особо понравилось. Я не понимаю, в чем смысл данного мероприятия. Объясните мне, как это вообще все происходит, потому что у меня весь прогресс просто потерялся, имею в виду в плане сценария. Это, наверное, происходит следующим образом. Я качаю сценарий, а потом перехожу только в компанию, правильно? А не так, что я из компании перехожу в сценарий. Я, кстати, запрятал ключик, ребятки. Давайте я сейчас поиграю опять в компанию, потому что, ну, как бы... Я не хочу терять даже то, что я вот уже добился. Это четвертая миссия, расширение владений. Ожидаю приказа. Мои ребятки, кстати, подфармились. Починились, даже гигант починился. Деньги, да, вот все как и там, только с единственным исключением. Там нету моего войска, моего снаряжения, моих способностей, моего оружия. То есть все хорошо, но ни хрена. Кстати, почему я как загрузился, у меня карта опять закрыта? Вот такие приколы. А, наверное, это из-за махинации сценариями, правильно? Надо, короче, и доспехи вот эти, да. В общем, вещи у меня... Слушай, у меня там кольца не перенеслись, у меня там щит не перенесся, меч и браслет, да. Вот это и вот это у меня, в принципе, перенеслись, хотя это стоковое дерьмо. Мне бы оружие поменять такое, чтобы... Уф. Вот это можно, в принципе, поставить. С какая скорость у него? Скорость 50, средняя, в принципе, нормально. Урон магии. Сила плюс 50, 100-200, да? 100-200 это 400 тысяч, блин. Не могу себе позволить, если это такое удовольствие. Это я тоже не могу одеть. Желательно бы магические вещи надевать. Тут медленная вообще скорость. Но плюс сила, и то стоит дохренища. Так. Вот у меня единственный вопрос к ним, ну, где я возьму такие деньги? Ладно, взять деньги не проблема, где... Ну что ты происходит? Вот это видишь? Экран мигает. Это вот у меня уже такое было, какая-то фигня с этой игрой начинается. Я даже, ну, ничего себе не могу позволить из этого, в принципе, более нормальное. Все говно. Давай хоть доспехов прикинем немножко. А то сколько можно лазить с этими обрывками. 107 броня. Ну, это в любом случае лучше то, что сейчас у меня есть. Приобрету. Пускай лежит. Мешать точно не будет. Так, и еще плюс доспехов что-нибудь приобрести бы такое. Не сильно дорогое, не сильно бьющее по карману, но, к сожалению, карман у меня сейчас не очень большой. Эй, ну и... Эй, дебилы. Иду. Давайте, встаньте где-нибудь здесь и не вмешивайтесь, пожалуйста. Кстати, вроде бы зареспались обратно. Служба. Ресурсы? Ну, вот эти вот, которые собирают земли. Ой, Эйган, какой ты мощный все-таки, елки-палки, вообще. Такая пушка. Так, я за ключик говорил, надеюсь, ребятки, то, что я его, да, запрячу где-нибудь там. Подписывайтесь, кстати, на канал, кто не подписан, ну, навряд ли. Навряд ли те, кто смотрит сейчас это видео, не подписаны на мой канал. Навряд ли. Так, собираем немножко денежек. Прошу вас, как зрителей моих, как... Как участников в данном процессе,
дать мне именно совет, вот почему именно надо качаться на картах, которые, да, как сценарий. И как я это все проворачивать так, чтобы, ну, без проблем у меня все это обходилось. То есть, то ли там мне начинать надо играть по новой, а потом сюда только в компанию переезжать. То ли с компании туда, а потом обратно в компанию. Я не знаю, как это происходит. Расскажите мне. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Я все равно сейчас это без камеры как-нибудь попробую проверить. Создам еще одного персонажа. И там мы что-нибудь... Не торопите меня. Что-нибудь мы замутим. Так. Сейчас. Так, вижу ящера. Что мы с ними будем делать? Время. Попробуем замолить. Замолить? Замолить. Ну, замолим их по-любому. Замолим. Сейчас как раздавлю. Не, ну этот ящик, конечно, тяжелый. Арбалетчик. Ой, ну, Айген там может и сражаться. Ну, урона он вообще не бьет никакого. Слушаю. Но он тяжелый, вот он прям такой, знаешь, прям неподъемный ящер. Хотя вот 16 уровень, как он был, так он и есть. 21-й, матерый ящер какой-то. Ну, я думаю, если сейчас те ребятки прибегут, мы как бы, ну, не выстоим. Сейчас. Так, на моих арбалетчиков лезет. Ублюдок. Юре вообще все равно, вообще. Юра молодец. Даси. Ящер, ты что, дурачок? У тебя что, нету кого победить? Так, Айген что-то начинает подкачивать немножко. Ящерец отступает и бежит до моих арбалетчиков, тварь. Какого хрена он ходит? Он должен стоять же. Спасибо тебе, ты очень молодец, что защищаешь мою честь. А интересно, я еще одного Юру такую могу получить? Так, вот это не нравится, то что эта шляпа лазит. Так, Айген, давай, ты сможешь. Юра что-то не прокачивается совсем. Арбалетчик мой стоит, отдыхает. Кстати, у меня же есть Ctrl 2, я могу... А, подожди. Не, подожди, отмена. Вот так. Нет, вот так. Юру тоже. Ага. Вот она. Блин, я сейчас чуть ли не своего Айгона не свалил. Так, там скелеты, там еще кто-то. Музло, кстати, прикольное. Я всегда отмечал, что в этой игре прикольное музло подобрано. Слушаюсь. Так, это кто такие? Ладно, пока не будем туда встревать. Блин, вообще классная музыка. Так, ну здесь как всегда идет перепалка. Я не знаю, каких они уже тут уровней. Наверное, миллионного. Слушаюсь. Так. Собираем недавно почивших, я думаю, гоблинов. Здесь, кстати, какие-то парни. Защищаю вашу честь. Слушаюсь. О, что происходит вообще? Атакую. Кто это? Что за упыри? Что происходит, ребят? Понятно. Атакую. А, он завис. Он завис в стене. И теперь ничего не может сделать, бедолага. Атакую. Так, только главное Айген. Вот никто не главный, главное Айген. Если Айген умрет, это все, это басня будет. Так, арбалетчиков. Так. Айген. Айген, возьми арбалетчиков.
Так, арбалет, блин, твою мать. Не уследил за ним. Вот петушара, глянь зомбика. Это же зомби, да, обычный? Глянь, как лупит. Я поминаю времена, когда битва героев эхо войны. Они у меня так отхватывали, что я даже из-за противников не считал. Я желаю поучаствовать в этой разборке, кстати. Надо статифадею сделать, а то я знаю, чем это чревато. Так, Кайген, я надеюсь, ты принимаешь активное участие в боевых действиях, потому что если ты это не делаешь, то как бы мы не поддержим туда честь короля. Ай, молодцы каких. Вот только эти дауны все затоптали. Блин, а как бы было удобнее, если бы на полях сражений, представляешь, вот так просто затаптывали людей, и не надо их потом было, ну, не собирать, не хранить. Хотя их и так не хоронили. Опущу немножко микрофончику сюда пониже, ребятки. Так будет лучше. Наверное. Так, защитник. Защита воина. Атака герою. Все очень хорошо. Где мой опыт? Где моя аура опыта, твою мать? Учитель. Лечение ран быстрее. Это чего? Это быстрее ран учит у воинов или у меня? Ну, куда я буду идти, надеюсь, всем служба понятно. Мы уже это проходили, как бы. Так, ну здесь опять же упыри всякие. Попробую убить беззащитного лучника. Пока он один. Кстати, все нормально бьет Тайген так. Кто бы что ни говорил. Я понял, ребят. Я понял, я сейчас вот сижу вот и думаю, о чем я говорил в начале. Долгосрочная перспектива, это имеется в виду то, что в принципе та и эта карта только финансово связана. Шмотками они не связаны, я так понимаю. И соответственно, если я играю здесь, я играю катки до определенного момента. То есть я докачался до определенного момента и все, то есть. Дошел до определенного момента. Не докачался, дошел. Хорошо. То есть это когда последняя миссия будет, я так понимаю. И как бы на этом моя игра закончена. Потому что когда я перейду туда, у меня опять все начнется заново. То есть у меня будет первый уровень, ну, будут ресурсы. А там можно играть все карты. Вот этот объем большой перечень. И в них можно играть во все. Но к этому всему служить, у нас, считай, общий уровень. То есть здесь мы докачаемся до определенной карты и все. А там мы будем играть. То есть это очень удобно. Служба, я вот сейчас до этого допетрил, как это все обстоит. Кстати, я не понимаю, то ли я зашел на сценарий, то ли что-то не то произошло, какой-то баг игры. Но у меня все шахтеры, все мои вот эти добывающие ребята, все пропали просто. И здания пропали, то есть нет, они у меня были в подчинении. Сейчас у меня их в подчинении нету, и как бы карта, видите, ну вот, все, карта вся закрытая. Так, эти померли. Так, Ю, это где? А, это кто? А, боец. Смотрю на бойца, вижу, как будто он живой, знаешь. На самом деле, нифигашеньки. Это кто вообще такие? Пехотинцы, воин. На страже порядка. С какого ты леса вылез, мне это интересно. Так, ну он для меня угрозы не представляет. Так, Юра тоже качается. Юру бы тоже за собой таскать, потому что... Ой-ой-ой, а вот тут, походу, меня сейчас навешает, да? Да нет. Наемник какой-то. А какого хрена он сюда пришел? Юра, иди-ка сюда. Блин, Юра вообще нормальный тип. Ой, еще один зареспавнился, смотри. Меченосец 22 уровня. Такого не было.
Юра! Служить и защищать. Давай, Юра, по голове этому уроду. Юра, ты молодец. Вот, блин, вот... Я видел, конечно, многих ребят, но таких, как Юра, я не видел. Юра, ты, конечно, молодец, но без меня ничего не предпринимаешь. Так, Юра, Юра, Юра. Служить и защищать. Так, а что мы там повыбивали? Урон 1-2, говно. Это что такое? Рубаха, не могу использовать. Защитный шлем, у меня лучше. 42, возможно, урон врагом. Прикольный урон врагом, нет, но как бы... Нет трудностей. Я считаю то, что шлем создан вообще не для этого. Так, у меня работа здесь есть? А, я уже полководец. По кайфу. Так, а что у нас... Сколько у нас Юра стоит? Подожди, подожди. Продажа воинов. А Юра? А арбалетчик? Юра, иди-ка зайди сюда, давай. Вы Юру у меня за 20 тысяч покупаете? Вы что, ребят? Не. А Грома сколько купите? Так, а подожди, Гром, зайди еще одного возьми, такого же Грома. Идите, торгуйтесь. Так. Покупка раб... Нет, подожди, подожди, рынок, нажми на рынок. Продажа воинов. Так, 12 тысяч. Угу. Я знаю, какой я себе придумал... Я себе придумал новый бизнес. Так, петушары. Давайте. Работать. На завод. Все на завод. Ой, опять тут началась заварушка. Вот это сейчас начнется. Тот правый, этот неправый. Так, залетаем все. Залетаем все в шахту. Руда сама себя не добудет. Есть такое понятие. Так. А еще можешь, может туда кто-нибудь еще залезть? Или только пятерка максимум? Залази, твою мать. Нет рабочих мест, пишет. Тут заваруха началась какая-то непонятная. Приказа. Так, Юра, что мы с тобой будем делать? В домике я залетать не буду, потому что все прекрасно знают, что будет, если я открою сейчас дом. Зачем вы эти сундуки сюда кладете, если там ничего нету хорошего? Вот это ты мне броню сделал, кузнец. Вот, вот спасибо тебе отдельное. Это Юра, да, зашел, я так понимаю? Подожди, Юра, эй. Сказано, сделано. Так. Юра за меня все делает. Улучшение оружия 100 тысяч. Вот я хотел... Вот сейчас я... Наруто. Наруто, Баруто, привет. Сейчас мы проверим с тобой теорию. Сейчас F9 сделаю. Смотри, сделал F9. Вот есть у меня урон 14,58. Залетаю, значит. А, давай еще к параметрам глянем. 55, 62, 27, 57. Не запомнил ни хрена, ну да ладно. Вот я улучшил оружие. По мне ничего не изменилось. Только 100 тысяч просрал и все. На страже порядка. Ну как хорошо, что есть быстрое сохранение. Это нам нужно, это нам полезно и это нам важно. Итак, Юра. Юра теперь будет мой охранник. Пойдем погладим спинку скелетов-лучников. Соответственно, и зомби. Да, они увеличатся на 3 уровня, ну как бы, ну насрать. Сделано. Ну что, Юра? Все на врага. Давай устроим им заваруху. Что-то... Нет, что-то как-то меня нахлыстали быстренько.
А как бы мне так... Я знаю, что мы будем делать. Мы будем играть с той стороны. Кто ударил? Подожди. А какого хрена вы здесь спамитесь? Вы кто вообще такие? Не торопите меня. Я вообще не понимаю, что происходит. Так, Юра, ты сразу давай. Иди сюда. Так, деревянные дубины собираем всякого рода ненужности. Так, так, нет, так, так, как-то надо. Как-то надо их обставить, знаешь, вокруг пальца, чтобы. На страже порядка. Чтобы никому не было обидно, и они отхватили тоже. Нифига себе. Так кто такой урон-то пробивает? Сказано, сделано. Охренеть. Да ладно, бредятину свою убирайте. Не торопите меня. А я только начал играть нормально. А мне такие, оп! Нет трудностей. Ты Юру не жди, Айген, ты Юру не жди, это как бы бессмысленно. Вот. Все на врага! Ну как бы и не останавливайся. Блин, вот это плохо, когда они окружают, конечно, вот как сейчас. Вот все, я труп считаю. Пипец просто. Надо на Юру их как-то агрить. Пускай они на Юрой занимаются. И опять то же самое фигня происходит. А не. Сейчас чисто на Юру, да, заагрили. Какая-то резня происходит, ебу. Ни Юра, ни я не вывозим. Пошли, Юра, отсюда. Не торопите меня. Юру не трогайте, не ублюдки, меня. Ироды. Сейчас. А, вы заодно, скелеты эти дебилы заодно. Хорошо. Юра, давай. Ну, ползи быстрее, пожалуйста, друг. Сейчас. Давай, здесь нам помогут. Не торопите меня. Красавчики. Хорошо. Так, давай-ка я Юру оставлю здесь, потому что все хорошо. Где звуки битвы? Где-то вот... А, тут. Что это за петушары? На страже порядка. Нет трудностей. Это какая-то третья... Третья какая-то фракция, ты видишь? Синяя. Это кто вообще такие? В атаку! Что происходит вообще? В афига. Кто это? Что это за петушары? Эти петушары у меня еще деньги воруют, я только заметил. Хоть и не все, но воруют. Ожидаю приказа. Эти гоблины, они уже 25 уровня. 25 уровня. Как и говорили, ребята, мои подписчики, а именно Дизморал или Наруто. Ну, они меня, в принципе, твою мать. Сказано, сделано. Служба есть служба. Сейчас хотел кое-что сказать, но не буду говорить.
службы есть служба. Сказано, сделано. Ой, бесячие типы, а. Нет трудностей. Обидно просто то, что вот так вот случайно нажимаешь на этот дом, и какая-то вот несправедливость существует именно с этими домами. Ты просто не можешь собрать налог. Вот, и даже там, если нет у тебя трудностей. Будет какая армия, ты зайдешь, тебя просто возьмут вот так, и все, и тебя уже нету. Нету тебя. А самое печальное на этой карте, это то, что я не могу нигде качаться уже. Служба есть служба. В атаку! Так, у меня еще аура... А, у меня же это кристаллы закончились точно. Я не знаю, что, ребятки, наверное, сейчас мы будем эту серию завершать, и я... Сказано, сделано. Похожу здесь, сам покачаюсь. Без записи. Так, волшебная вещь. Блин, классная вещь. Потому что, ну, все оно хорошо, все прикольно, но это можно тут в нее играть в вечность просто. Вечность проиграть и не так ничего и не сделать. Блин, хочу эту шмотку. Не могу одеть, да, ее? Ну, я не вижу, как бы, прикола в этом. Оружие не обновляется. Но как оно было, так оно и лежит. Мертвым грузом. Деньги есть, но они как бы и не нужны. Но зачем они нужны, если... Тебя и дохрена. Роберт этот уже... В атаку! Не есть какого уровня, волк тоже. Гигант, ни хрена себе гигантище. Вот, видишь? Вот они. Где? Вот, это какая-то другая фракция. Мне почему-то кажется, это из-за того, что мы в сценарии... Я в сценарий поиграл. Сценарий. Твою мать. Очень долго все убиваются. Так, ну сегодня мы опять ни хрена не добились толкового. Побегали, побегали, и все, наверное. Надо к чему-то стремиться, надо как-то здесь понять, как правильно играть, может, денег поднакопить. Я, короче, знаю, что я сейчас буду делать, ребятки. Сейчас я буду завершать запись, и я буду фармить ресурсы, а именно на то, чтобы нафармить на более сильный шмот. Вот, как я это сделаю, ну, соответственно, буду ходить, качаться, может, немножко покачаюсь уровней вне камеры. Вне камеры это все будет обходиться, поэтому подписывайтесь на канал, ребят, ставьте лайки. С вами был канал Dance Play, до новых встреч, пока-пока.